Сегодня в этот день в нашем монастыре собралось множество народа. Собралось для того, чтобы славить, для того, чтобы радоваться, для того, чтобы поделиться радостью с каждым человеком, и чтобы радость, исполненное сердце, завтра понести дальше своим родным, близким, тем людям, кто нуждается в помощи, в заботе. Сегодня здесь с нами Бог. Сегодня день Рождества Христова. День, когда началось спасение, когда Христос воплотился в человеческую природу через Пречистую Деву Богородицу Марию, нашествием Духа Святаго, для того, чтобы исцелить испорченную нашу природу. После падения наших прародителей Адама и Евы каждый человек не мог рассчитывать на Царствие Небесное, находился в заточениях адских. Потребовалось вочеловечивание, крестные страдания, смерть и воскресение Христова для того, чтобы Господь снизошел в ад, каждому из нас даровал Царствие Небесное. Сегодня мы празднуем день нашего спасения, день нашего освобождения от греха. Сегодня день нашего с вами торжества. Сегодня день, когда каждый из нас получил право на наследие Царствия Небесного по нашей с вами жизни, по исполнению заповедей Христовых, закону истинного жизни, закону истинной правды, закону истинного света. Рождество – это равен Пасхи. И всегда его ожидали, и посты соблюдали, и ждали, как не знать что. А уже последние недели – это равно Великому посту, Великой Пятидесятнице. В 1941 году Сталин приказал уничтожить все храмы, если не снести, то закрыть этот храм. И я помню, мы и так уже дождались Пасху, ходили за сколько километров, и за 50, где оставалось 100 километров, где церковь. И вот хоть какой-нибудь куличик, хоть саджаной муки, но все равно наши родители старались выделить эти праздники и сходить, осветить место, как теперь все разукрашено, все такое, а тогда корочки были для нас такими дорогими, разговлялись. Но мы были рады, то, что мы Пасху дождали, и также Рождество мы встречали с великой радостью и с великими теми. Скорби у нас не было, людей хоть и били на войне. Пусть сегодня, родившись Богом-младенец Христос, родится в сердце каждого человека, для того, чтобы оно было исполнено любви, радости и благодарения.